Он для двигателя Ан-2 самолет. Начальный размер у него 149 плюс 150. А, 149, если прижать. И разжимаются они, это чистовая черновая, до 165 плюс. Даже больше. Так, в чем особенность? Шестибрусковые. Черновая немножко уже, 8 миллиметров. Ширина бруска черновая 160-125. Чистовые, ширина бруска 12, 28 на 20 зерно, металлическая связка. В принципе, больше ничего, автоматический режим. В принципе, ничего больше такого особенного в них нету.